Улицы вокруг и голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню, как все скворцы вокруг и голосами. Меня зовут Работан Элина, мне 15 лет, я из города Артем. Я попала на белый пароход в 2016 году. Для меня это произошло совершенно неожиданно, потому что в том, что к нам приезжает Николай Диденко, сообщила моя бабушка, и из нашей школы выступало, наверное, человек 6-7, и он отбирал, кого взять с собой на теплоход, и получается, он взял только двух девочек с нашего маленького городка. Ну и вот мы ездим теперь с 2016 года и по сей день. Чем же мне нравится белый пароход? Он мне нравится тем, что тут очень приятная и теплая атмосфера. Тут все друг друга любят и все друг другу готовы помочь. Никто друг друга не обижает, скажем так. Никто как бы не говорит плохого что-то про другого человека. И все друг к другу так тепло относятся, и это единственный проект, на котором вот я ездила очень много лагерей, но это единственный лагерь, в котором вот я была в такой вот дружбе и теплоте. Мне очень нравится, тут проводят разные мастер-классы, где мы то поем, танцуем там, не знаю, делаем рукодельничаем. И все вот эти вот проекты, которые мы вот строим с нашими вожатыми, это все очень классно, очень здорово. Хочу пожелать белому пароходу развития дальше, чтобы этот проект не закрывался. Ну и чтобы все оставалось таким же теплым и мирным, как есть сейчас. Скажите откровенно, было скучно.